Всем привет! У нас сегодня суббота, 6 апреля. Лалочка, день рождения. Да. Ей исполнилось 17 лет. Я только хотела сказать, замолчи, сколько мне исполнилось. Могу только одно сказать. Не юбилей. Ну, а мы, как обычно, в субботу, не нарушая традиций, идем на ярмарку. Что-нибудь купим. Мясо купить, сделать. Зелени сделать надо. Две красивые отбивные. Ну, это на вечер, да? Да. Вот. Редисочки, зеленушечки. В общем, ну, все как обычно. Сейчас. Маленькие машинки. Славик все время мне говорит, давайте я покатаю на этой желтенькой машинке. Я говорю, да нет. Развалится машинка подо мной. Гляньте, какая зелень уже. Уже просто зеленушка-зеленушка. Сегодня у нас тепло. Два дня немножко нас так это... Нет, вчера тоже было нормально. Но ветерок холодный. Ну, нормально. А так, ничего. Ой, что-то с ярмаркой случилось, Слав. Смотри, вообще... Что? Вообще нету. Смотри, сколько с этой стороны никого нет. Ну, да, и правда. Пусто. Пусто, пусто. Ну, сейчас мы пройдемся, посмотрим, что тут есть. Ну и потом вам все расскажем, что мы купили. В общем, мы закупились, но очередя в основном за зеленью. Где зелень, там прям куча народа. И все гребут, гребут зеленушку. Ну, мы уже все купили. Вон Славик целый пакет зелени несет. Сметанку домашнюю. Ну, я дома все покажу. Сейчас мы решили, как обычно. У нас все не нарушаем традиции. Пройдемся через парк. Посмотрим, расцвели ли магнолии. Вот. Огромное спасибо всем, кто меня с утра поздравляет. Так приятно. И родственники, и ютубовские подруги. Настолько так и неожиданно, и очень-очень приятно. Ну, немножко, конечно, как говорится, и хорошего, но немножко и плохого. В Харькове, конечно, сегодня ночь была адская, можно сказать. 6 человек погибло. Не знаю, сколько раненых. Не шатается? Нет. Вот. И шатается. Ну не упадем. Не упадем, нет. Или пойдем на другую лавочку. Да какая разница? Она назад не падает. Она только вперед падает, да? Славик, ну не надо расшатывать. Славик хочет, чтобы я тут упала. Вот. Да. В общем, в Харькове, конечно, ужас. Ужас ужасный. И 3 дня подряд просто размазывают город. И взрывается, и горит. Сегодня ночью СТО, и заправка, и, по-моему, несколько домов многоэтажек разрушенных. Ну, я же говорю, жертвы, раненые. Ну, окончательно еще скажут, конечно. Ну, хорошего ничего. За ночь 6 убитых, 11 раненых. Ну, это сказали во сколько? В 9 утра, да? Да. Ну, оно... А завалы, шмовалы? Да. В общем, такая вот у нас история. Ну, день рождения есть день рождения, хотя настроения, конечно, никакого. Просто никакого настроения нет. Единственное, конечно, солнышко светит. Ой, смотри, как красиво развивается. А мы тут сидим, внизу ветра не слышим. А наверху, видишь, немножечко развиваются ветки. Так что вот такие вот дела. Такой сегодня денечек. Всем спасибо. Опять скажу, кто поздравил, очень приятно. Ну, а мы сейчас немножко отдохнем и пойдем. Да, кстати, я хочу ж посмотреть, что там с магнолиями. Потому что 2 дня назад уже я вам показывала, были такие небольшие бутоны. Ну, сейчас вот тепло, солнце, должны распуститься больше. А трава, конечно, уже настоящая зеленая, зеленая, красивый такой цвет уже травы. Ну, понедельник и вторник 25 градусов обещают. Конечно, оно зацветет все. Ну, это хорошо. А птички, как поют, слышите? Красота.
Рыночек сегодня не очень большой. Ну, в основном овощи. Я же говорю, что за овощами таких больших три лотка с овощами крупных. И везде стоят очередя. Ну, цены приблизительно одинаковые, только на грибы цены разные. Ну, там где-то 90, где-то 110, вот так вот. А так, в принципе, цены одинаковые. Ну, все очень дорого. И редис дорого, а помидоры стеклянные такие дорогие. Ну, хорошо. Все, сейчас мы отдыхаем и идем дальше. Мы уже дома, и я сделаю небольшой такой обзор, что мы купили. Так, ну, как я говорила, очень все дорого по зеленушке. В общем, сейчас я вам покажу, что мы купили на 200 гривен. Вот такой салат, петрушки пучок. Ну, пучок, правда, большой. Так, сейчас. Вот такой пучок укропа, вот салат, укроп, петрушка и пучок зеленого лука. И вот это все 200 гривен. Видеть нечего. Это одна зелень. Так, Славик купил две свиные отбивные. Это на ужин он сделает. Сметанку домашнюю взяли. 60 гривен вот такой стаканчик сметанки. Грибы. Значит, грибы мы купили по 90 гривен. Были еще по 110. Ну, может быть, чуть-чуть чище. А так, в принципе, все одно и то же. Крупные такие, хорошие грибочки. Так, дальше. Купили мы две грушки. Такие вот две грушки купили. Редиска и огурчики. Но огурчики, как я говорю, пупырчатые, хорошие огурчики. И редисочка тоже неплохая на салатик. Ну и, конечно же, как же Славик купил, как обычно, себе. Вот, делать будет морковку с колбаской, с вином. Вот такое вот колечко колбаски, жирненькое. Тут нужна именно жирненькая колбаска. Ну и все, все наши покупки. Вот, ну и сейчас мы с вами пройдем на балкон, и я вам покажу, какой у меня цветочек. Вот такая красота у меня появилась на балкончике. Смотрите, сколько бутонов, сколько еще будет здесь цвести. Это пока я спала, Славочка мне пошел и купил такую красоту. Говорит, хотел тебе орхидею купить, но такие все были, говорит, не понравились ему. Ну, вот это вот такая розочка. Тут даже получается два кустика. Один и второй. Ну, такая у меня теперь будет тут красота на балконе.